председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Александр Лобков и генеральный директор Ажур Медиа Андрей Константинов. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Позвольте сказать несколько теплых слов в ваш адрес, в адрес Ажура, за то, что всех собрали нас здесь сегодня, в этот наш профессиональный праздник, который в этом году уже отмечает свое 310-летие. То есть ровно 310 лет назад в этот день вышел первый номер газеты «Ведомости». Желаю вам в грядущем году на вашем профессиональном поприще новых успехов, достичь тех высот, которые вы сами себе поставили, добиться лучших результатов и не уставать говорить людям и рассказывать правду. Всех с наступающим годом! Желаю всем удачи и крепкого здоровья! Дорогие друзья, дорогие коллеги, я тоже поздравляю всех с наступающим старым Новым годом, этим замечательным праздником. Поздравляю с наступившим Днем Печати. Желаю хорошего настроения, хорошо здесь отдохнуть и повеселиться. А еще мы приготовили для вас один любопытный информационный повод, потому что сегодня совместно с Комитетом по печати правительства Санкт-Петербурга группа компании «Ажур Медиа» объявляет о том, что сегодня стартует подготовка к новому осеннему журналистскому празднику, который называется «Осенний бал». Это будет бал-маскарад, на котором будут конкурсы костюмированных танцев команд самых крупных СМИ Санкт-Петербурга. Будут награждения лучших журналистов в некоторых номинациях. И, конечно, будет очень много добра и веселья. Время пошло для подготовки этого нового формата. С праздником всех, друзья! Отдыхайте и веселитесь. Время пошло. С праздником! Спасибо большое! Председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Александр Лобков и генеральный директор «Ажур Медиа» Андрей Константинов. С праздником вас! А мы начинаем!